Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад вас всех видеть, слышать. Мне очень приятно, что Институт языка и литературы пригласил поучаствовать в юбилейных торжествах, и сейчас, в частности, связанной с конференцией «Выборческое чтение». И я от имени Петрозаводской консерватории и кафедры музыки фин-угорских народов хочу сердечно поздравить с юбилеем Института языка и литературы, пожелать прежде всего здоровья, процветания, новых открытий, научных исследований. А наши контакты с коллегами языка и литературы уже давние, имеют давние традиции, были совместные и происходит совместное участие в конференциях и консультациях с сотрудниками института. Конечно, не случайно, что наша специфика пересекается, потому что музыкология наука комплексная, потому что связана со многими отраслями, и историей, этнографией, фольклористики, лингвистики. Вот. Поэтому, собственно, и в названии моего сообщения, моего доклада уже отражается вот этот аспект междисциплинарности. И это не случайно, так что речь пойдет о формировании музыкально-этнографической терминологии в самской музыкальной традиции. Здесь я немножко хочу сделать такой экскурс в историю. Ну, я немножко представлю, что я работаю на кафедре музыки фин-угорских народов с 2006 года. До 2006 года. Но дело в том, что я сам выпускник этой кафедры. И, собственно, все мои исследования начального этапа моего обучения связаны с самской культурой. И здесь тоже, может быть, можно сказать, некой такой параллели и связи с Институтом языка и литературы. Дело в том, что фактически судьбоносная, наверное, встреча с Георгием Мартыновичем Кертом, была мне судьба с Георгием Мартыновичем, и, по сути дела, он мне в своих консультациях, в том числе и в помощи в литературе этнографической, очень редкие книги, конечно, на все-таки на время все-таки еще начала 2000-х годов, то есть конца 90-х, начала 2000-х годов. И вот, собственно говоря, Георгий Мартынович Керт, собственно, и в его консультациях, и в помощи литературе, собственно, сформировал мою научную работу, мою научную деятельность. И, собственно говоря, вот до сегодняшнего дня я занимаюсь музыкальной традицией саамов. В большем, скажем, приоритете я занимаюсь инструментальными явлениями в традиционной культуре. Но, естественно, как в комплексном обращении, конечно же, эта взаимосвязь идет со всеми сферами музыкальной традиции. Вот. И в 2015 году у меня появилась фактически первая монография. Это самско-русский словарь музыкально-этнографической терминологии. Ага. Да. Вот фактически за достаточно значительный промежуток времени у меня были аспекты, терминологические аспекты, которые, собственно, я собрал свод терминов, музыкальных терминов, связанных с саамской традицией. И вот, собственно, в предисловии я посвятил эту небольшую мою монографию Георгию Мартыновичу Керту. Собственно, вот несколько слов, просто чтобы прорекламировать вот эту работу. Ну и давайте немножко я освещу вообще всю проблематику данной небольшой монографии и, собственно говоря, расскажу о структуре данной публикации. Обращение к терминологическим аспектам в изучении архаических традиций становится важнейшим стимулом для осознания изначальных истоков ранних форм функционирования музыкальной и шире интенционно-акустической сферы этноса. Одна из существенных научных проблем трактовки народной музыкальной этнографической терминологии заключена в синкретической многозначности номинаций. Явственно это проявляется в древних текстах и архаических культурах. В этой связи изучение семантики народных понятий и терминов взаимосвязано не только с этнографическим контекстом изучения, но и непосредственно помогает раскрыть сущность музыкального явления в его функциональных и исполнительских критериях.
Следует сказать, что обращение к самской терминологии, музыкальной терминологии, носит все-таки фрагментарный характер, и фактически все сведения, которые мы находим, они отражены во многочисленных этнографических исследованиях периода 17-21 веков. Это и большие этнографические труды западных ученых, и, естественно, отечественных ученых. Я не буду перечислять достаточно внушительный список, чтобы, так сказать, не теряли время. Несомненно, отдельной и центральной сферой источников поиски музыкальной терминологии становятся лексикографические материалы западных и отечественных исследователей самского языка. Ну, вот здесь я перечислю вот некоторые имена. Кенец, Фрис, Итканин, ну, Георгий Мартышкин, Афанасьева, Куруш и многие другие. Благодаря экспедиционной работе и активному источниковому поиску, а также с контактами с учеными-лингвистами, краеведами, руководителями фольклорных коллективов, этот список постепенно пополняется. Ну, естественно, встреча с известным краеведом Надеждой Павловной Большаковой, встреча с известными традиционными исполнителями Марией Медведевой, Валентином Гуриновым, нашли вот именно отражение вот в пополнении словаря. Несомненно, что научные попытки системного отражения уже имели место в этнических музыкальных культурах Сибири. К примеру, это работы Оксаны Добжанской, Юрия Шейкина. Но, несомненно, все-таки, что повлияло на, на свод музыкальной терминологии, это была встреча с известным исследователем Викторией Борисовной Бакуловой. Эта встреча определила дальнейшее направление в изучении музыкальной терминологии. Дело в том, что при консультациях мы обмениваемся тем материалом, который мы наработали. И вот в некоторых публикациях даже Виктории Борисовны Бакулы есть ряд терминов, которые, так сказать, были как бы переняты от, так сказать, моей экспедиционной работы и наоборот. А поводу к системному и структурному отражению самских музыкальных этнографических терминов стало обращение к работам филологов. Это труды Виктории Вячеславовны Синкевич-Гудковой. Это стало важным принципом отражения не только чисто музыкальной терминологии, касающейся конкретики певческих жанров музыкального инструментария и музыкальных архаических форм, но и терминов, связанных с сакральной, бытовой и трудовой сферой самской традиции. Ну вот, в частности, еще отмечу мурманский исследователь, если я не ошибаюсь, Ольга Николаевна Иванишева. Вот у нее ряд работ, посвященные вот трактовке и семантике терминов, этнографических терминов, которые, собственно, разграничены тоже на сферы деятельности, сферы самской деятельности. Итак, за основу словаря был применен принцип системы перекрестных аналитических указателей, которые были впервые опробированы известным музыковедом, инструментоведом Игорем Владимировичем Мацеевским. А суть данной системы заключается в представлении музыкальной терминологии по ряду категорий. Это органографические термины, исполнительские, функциональные, и прочие, которые взаимосвязаны с трудовыми, обрядовыми и художественно-эстетическими сферами бытования музыкальной традиции, инструментальной, певческой, обрядовой, танцевальной, игровой, которые генетически тесно взаимосвязаны и взаимовысловлены единством интенционно-акустического пространства этноса. Ну, теперь я просто перейду буквально к небольшим комментариям по презентации. Ну вот первая группа – это подражательная терминология. Вот она подразделена на различные категории. Вот, кстати, поводом изучения этой группы именно повлияла статья Синкевич-Гудковой, а как раз эта статья 62-го года, если я не ошибаюсь, связана с проблемой звукоизобразительности самского языка. И вот здесь определены несколько групп: имитация звуковых сигналов зверей и птиц, имитация звучания окружающей природы
И вот самое интересное, что имитации связаны вот с, как сказать, с целым комплексом антропологическим, то есть с кинетическим восприятием и визуальным восприятием, что, несомненно, имеет тесную связь с музыкальной традицией. Но, в частности, имитации зверей и птиц ярко отражены в музыкальной традиции самов. Может быть, в большей степени это связано, может быть, с группой западных самов, потому что у них есть отдельный жанр звериные дойки. Но, по сути дела, они могут быть, как сказать, иконической имитацией, а могут входить уже в некую художественно-эстетическую сферу, где имитации зверей и птиц переходят, собственно, вот, ну, как свой напев, как Юйка напев. Вот интересные примеры, которые связаны, можно сказать, с реконструкцией звуковых орудий древних, так сказать, праинструментов. Ну, например, пример удар розга или вицы, при котором возникает звучание резкого тембра. Это некая реконструкция свободного графона. Вот в описании древних медвежьих праздников, медвежьего праздника в самской традиции, как раз вот в ритуальной охоте на медведя существует такой обряд. Охотники хлестают тушу медведя вот ивовым прутом. И вот, собственно, происходит такой вот реконструкция свистящего тембра свободного графона. Ну, это углубляться в классификацию музыкальных инструментов. Или вот, например, очень интересный термин, который связан со звучанием трения оленьих рогов о ствол дерева. Кстати, этот пример был, так сказать, предложен Валентин Сергеевич Гудков в своей работе. И здесь интересно, как раз вот здесь возникают ассоциации не только слуховые, но и зрительные. Вот отдельные фонемы или группа фонем, связанная, допустим, вот звук, возникающий в результате движения оленьих рогов по стволам дерева, или фонем, отражающий темпоритм движения рогов. И это, кстати, также связано с реконструкцией вот звуковых орудий и игрой на звуковых орудиях погремушек. Но чуть-чуть, об этом чуть-чуть позже. А следующая группа – оленеводческая терминология. Здесь прежде всего выделяются пастушьи зовы и приманивания. И очень интересная группа терминов связана с пастушьими сигналами оленеводческой собаки. Дело в том, что в самском оленеводчестве собака является одним из самых значимым помощником самского пастуха. И здесь в музыкальной традиции самов вот йойки, посвященные собакам, очень-очень часто проявлены. Еще есть архивные записи, допустим, шведских самов в начале 20 века, вот, допустим, йойка собаки известного писателя Йохана Тури. Вот. Ну и в современном, сказать, в современной традиции очень часто используется собственно, музыкальные имитации голоса собаки. И интересное тоже наблюдение. В архивных записях Георгия Матшиши Керта существует жанр «Мойнес», который переводится как «сказка», «речь», «бытовой рассказ». И вот очень интересный пример одной из сами, восточной сами Кольского полуострова. Она сказывает или рассказывает Мойнос в манере имитации завывания пса. Вот мне было, конечно, было интересно, я уже, наверное, в ближайшее время займусь переводом вот этой сказки Мойнос, чтобы понять вообще суть, что там на самом деле происходит в этом пересказе, связанном с имитацией. А следующая группа – термины певческого искусства. Ну, здесь, конечно, это огромное количество этих терминов. Конечно, здесь в презентации это только буквально небольшая часть. Здесь, конечно, прежде всего, термины связаны вообще с самим понятием пения, как в западной, так и в группе западных сами, так и в группе восточных сами. Они связаны все именно с своей функциональной направленностью. Ну, например, термин «йой», как всем известный, то есть это стиль или манера пения. Семантика этого термина, вот, ученые связывают с такими ассоциациями, как стон, жар. Вот. Восточно-самский напев «луфт» или «лыфт», он связан не только с манерой пения, но и связан
как поют, как поется этот напев, со словами или без постоянных слов. Интересный пример, который мы находим у Йоханнеса Шеферуса в описании западных сами, термин «дур», вот этот самый последний термин в данном слайде презентации, это совместное мужское и женское ритуальное пение участников, сопровождающее пение колдуна. Достаточно редкий термин, который встречается только у Йохана Шеферуса. Интересные дескриптивные слоги в пешеской традиции западных группы сами, то есть существует ряд напевов, которые связаны именно как раз с пением, пропеванием слогов, междометий. И дело в том, что в 80-е годы группа французских исследователей посетила северные территории Скандинавии, как раз они были у норвежских сами, и они все-таки зафиксировали, что данные слоги имеют, собственно, определенную семантику. Когда как пение с слогами у восточных сами, в основном, конечно, это пение все-таки преимущественно с текстом, хотя вот есть некоторые небольшие эпизоды, когда восточные сами, кольские сами поют без, поют с применением определенных, вот так сказать, дискретивных звуковых комплексов, которые обозначили Валентин Васильевич Гудков. Возможно, конечно, это будет тема будущих исследований, возможно, они тоже имеют свою какую-то сакральную природу зашифрованного текста. Ну и следующая группа термины самских музыкальных инструментов. Ну вот в своей работе я обозначил их как органонимы. Вообще этот термин мне предложил известный петербургский музыковед Юрий Бойко, чтобы сказать, обозначить эту группу таким особым выделенным названием. Как орудие, органонимы, то есть термины, связанные с музыкальным инструментом. Здесь тоже эта группа определена несколькими подгруппами, связанными не только с названием самого инструмента, но и, конечно, и способов, приемов, функций, процесса. Эргономимы связаны, скорее, с процессом изготовления, способом изготовления. Примеров здесь тоже достаточное количество, дело в том, что я именно занимаюсь самскими музыкальными инструментами, и, собственно говоря, и в полевой практике, и в источниковой литературе я, конечно, пополняю эти сведения. Прежде всего хочу отметить один из знаковых музыкальных инструментов, скорее всего, можно назвать звуковое орудие, это пынемсыр. Это стержневая погремушка. Семантика этого термина связана охранять, оберечь, спасать. Скорее всего, эта погремушка имеет древние корни, или она связана, конечно, с древними оберегами. Примером я хочу вам показать такую реконструкцию погремушки. Да, на олени, на часть оленевого рога подвешиваются колокольчики, всякие косточки, металлические пластинки. Настоящий рог, да, этот рог, часть рога из северной территории Норвегии. И вот, кстати, и как и в ранней традиции, которую, так сказать, описывали, исследовали, так и в современной, сами для сопровождения пения используют стержневые погремушки. Да, в основном семантика имеется в сакральное значение. Естественно, рог и олень – это священные животные для самов. Покажите нам, пожалуйста, повыше как-то к монитору, чтобы мы тоже видели. Да. И еще очень интересный термин, который отметил в своих публикациях Николай Волков – «эрличетки». Или камень счастья. Дело в том, что современные сами тоже используют природные камешки в качестве вот соударяемых идиофонов, самозвучащих инструментов. Скорее всего, что вот порастирать, натереть,
Вот это, так сказать, напоминает именно, собственно, исполнительский прием, да, трение камней. Старожилы, самские старожилы определенного вида камней, ну, прежде всего, камень в самской традиции. Это чуть-чуть важный элемент, все знают о сакральных культовых сейдах. И, конечно, камень для них был тоже священный, и они хранили определенного рода камни в определенных мешочках и называли их башки. Вот такой термин. Ну, естественно, конечно, самские были мембранофоны. Дело в том, что в отечественной литературе не так много встречается терминов, обозначающих самский бубен. Наверное, самая основная центральный источник, в котором мы можем подчеркнуть огромнейшие сведения о данном священном символе самов, самском бубне, это двухтомная монография Эрнста Манкера о шаманском бубне. И вот здесь видно, что здесь три основных типа инструмента. Это чашеобразный тип бубна, кабдес, в различных диалектных версиях. Кстати, интересное исследование еще в конце 19 века было проведено Фрисом и Гиннесом. Они связывали известные да, культовый символ сампо в финском эпосе Калевала самским бубном и называли сампо называли как пестрая крышка кивиканси. И вот, собственно говоря, то, что сами изображали определенные символы на мембране бубна, собственно, вот это и повлияло эта гипотеза о связи символа сампу с самским бубном. Равный тип бубна геуре связан со сгибанием рамы в кольцо, дощатый или кольцевая разновидность равного типа бубна. Ну и интересный тип бубна канус, угловая разновидность равного типа, но канус это, собственно, влияние уже с финской лексики, крышка. Вот, но конструкция тоже очень уникальная, сохранилось всего лишь два образца инструмента, которые сохранились в музее, и происхождение этого типа очень тоже интересно. Тогда как, собственно, и сам бубен, чашеобразный тип бубна, очень уникален, потому что, собственно говоря, он встречается только у самов. Это выдолбленная часть дерева или капа нароста, который покрывается мембраной. Еще один термин очень интересный, который я обнаружил у Эрнста Манкера – контакт, или дух волшебного барабана, или дух волшебного бубна. Вот он встречается вот на территории Северной Карелии, и вот среди финнов, карелов и русских. И вот я попытался вот гипотетически определить, с чем это связано название. Я вот нашел такой очень близкий фонетический, наверное, термин «контакка», буквально «женщина», «самка», «жена» дикого оленя. Это некоторое вот метафорическое воплощение духа волшебного барабана в образе оленей важных, матери, прародителя самского рода Мянташа, человек-оленя с золотыми рогами. Вот. Возможно, что дух вот, волшебного барабана – это вот есть некое вот воплощение вот, оленевого духа. Ну, вот есть еще ряд интересных терминов, вот, которые встречаются, хотя их не так много, которые определяют тембр самского бубна. Чужий лес, свечащий звук в сочетании с звоном подвесок, погремушек, укрепленных к обечайке бубна. И вот я здесь тоже привожу такие примеры вот, из со словаря Германа Чешкерта. Чувесь яркий, светлый и чуя звонить. Возможно, вот семантика может быть связана с этим, хотя этот термин все-таки встречается у западных саамов. Самская колотушка из оленьего рога. Здесь тоже примеров достаточно много диалектных названий. Не буду дальше останавливаться о колотушке, но это один из самых из важных атрибутов, то, что колотушка изготавливается из оленьего рога, и она имеет на форму, вот такую разную форму. Но это скорее всего,
такая форма имеет очень тесную связь, конечно, со скандинавским богом Грума Тор. Это влияние очень сильной скандинавской традиции. Указатели, очень интересные атрибуты. Дело в том, что в ритуале предсказания использовали определенного рода предметы, которые располагались на горизонтальной плоскости мембраны, и при помощи ударов колотушкой эти указатели перемещались по символам, и колдун мог трактовать, собственно говоря, определенную значимость этих символов. Интересный термин «цуапцуэмп» – лягушка, рамные погремушки, заморфные формы. Ряд погремушек связывали именно с эффектом прыгающей лягушки. Вот известный краевед мурманский Василий Кондратьевич Алымов, у него есть такая гипотетическая связь, что именно от этого термина «цэмп», «куамдас», «куэмдас», «кумдас», вот этот атрибут, от этого атрибута и пришло название, собственно, самского бубна. Но это, конечно, некая такая гипотеза, которая имеет место в семантике названий самского бубна. Ну вот аэрофоны, духовые инструменты. Здесь, если вы позволите, я вам хочу продемонстрировать, им тоже очень интересный инструмент, хотя, в принципе, этот инструмент распространен и в ряде сибирских народов, и в том числе даже и в русской традиции. Инструмент называется «колф» или «жужжалка». Это звукоподражательный термин. Деревянная пластина. Раньше была из оливковой кости. С одной стороны, можно сказать, что это детская погремушка, но дело в том, что в старинных источниках этот инструмент указывается. Называются жужжащие диски. Еще многие христианские миссионеры в группе западных этот инструмент фиксировали. Дело в том, что современные считают этот инструмент магическим. Дело в том, что с помощью этого инструмента могут сканировать и, собственно, человека, его энергетику и также энергетику окружающего пространства. Так что это непростое звуковое орудие, непростой инструмент. Нет, это деревянная пластинка. Но могли использовать пластинку. Да. Кувка или ковка. Все увидели? Да, возможно, она, конечно, может быть, в таком отношении имитирует сражение. Нет. Да, я каким-то образом тоже попытался демонстрировать, и вы знаете, закончилась магическая сила у вертушки. Да. Микрофон. Ну и вот буквально сейчас я уже подхожу к концу. Ну вот хартофоны, струнные инструменты. Но здесь, конечно, эта группа малочисленная. И вот здесь только, может быть, два примера. Это вот инструмент, который мне вот подсказал один исследователь у шведских сами. Натянутая струна. То есть получается таким образом. Разбитая скрипка, из которой вытягивается струна, натягивается, и одной рукой натягивается, а другой рукой производится щипок в струне. То есть своеобразный такой моноход, то есть однострунный инструмент. А вот второй инструмент, вот как раз он, может сказать, больше связан с аутентикой, это жила. Оленья жила, которая один конец фиксируется между зубами, а другой рукой натягивается, собственно, жила, и пальчиком путем разного натяжения жилы можно извлекать разного тона звуки. Вот, во всяком случае, примеров таких, конечно, в экспедициях я не встречал, но вот в описаниях есть такой инструмент, именно с источник сами.
Ну и так, термин, отражающий элементы кинетики танцевальных игровых видов творчества. Но здесь я просто кратко скажу, что очень важным элементом в танцевальной традиции саамов – это прыжок. И связан, конечно, он с имитацией кинетики животных, птиц. Естественно, птицы и медвежья походка. Ну, вот здесь вот кадры вот с медвежьего праздника саамского, который проводится в Лавозере ежегодно. Вот. И очень интересный термин, который хочу обратить внимание, термин кикование или киковать. Если мы говорим о вообще колдовской традиции, я вот сейчас могу сказать, может быть, очень такие важные вещи. Очень часто в литературе, в саамской культуре говорят шаман, шаманизм. Вообще, конечно, это не совсем, конечно, так, но нужно говорить этнографически точно. Шаман, не шаман, в саамской традиции мы говорим нойт, нойт, не шаман. И, собственно, в сибирских традициях, если мы говорим шаман, и термин совершать шаманские действия, камлани, от тюркских терминов кам, эмоциональное проявление. Вот. А вот кикование, оно связано вот тоже с образом и с имитацией птиц, вот, допустим, от высочеславных кикушек. Колдовать, вот, совершать колдовские действия с пением, выкриком. Так что вот кикование – это вот как некий такой аналог сибирского камлани. То есть нуэйт вместо шамана сибирского, да? Нуэйт, и кикование вместо камлани. То есть это очень важно, потому что вот то, что, ну, если мы сейчас будем обращать внимание на этнографическую литературу, и мы говорим, ну, саамский шаман, все-таки нам все-таки трактовать все-таки в аутентичном самом варианте все-таки. Ну, и да, или я даже уже в своих работах пишу не шаман уже, естественно, а колдун. Потому что ну, это переводится как колдун ясновидящий. Ну, вот и ряд этнографической терминологии тоже, кажется, связано с конкретикой и музыкальных инструментов. Ну, например, вот смотрите, кабдас, кабдалис, кабди, шведский сами, окружная дорога в южной части шведского Лавландии связана с чашеобразным типом бубна. Кабдеспаки, барабанные скалы, комдеспахт, горова шаманского бубна, это как раз вот территория Лавозерья. Ну и, конечно, и важный культовый объект – это сейды, да, сейд. Святыня, сакральный объект, да, поэтому у саамов сейды – это не только так сказать, определенного вида камни, поставленные на маленькие каменные ножки, но и гора, и любой объект, и водоем. И здесь очень интересно, хочу привести пример монографии. Закончилось время, да? Вот даже секундочку, да? Можно закончить, да. Да, Вячеслав Мизин, у него интересная монография, называется «Сейты, каменная легенда Лапландии», по-моему, если я не ошибаюсь. И вот междисциплинарная группа, с группой ученых, они, так сказать, исследовали сейды, ну, вообще вопрос о рукотворности сейдов в пользу. Вот и вот гипотеза Вячеслава Мизина. Другая гипотеза, что сейды возникли благодаря движению ледника. Но здесь надо занимать вот как бы разные позиции. Мне кажется, что здесь надо принимать и ту точку зрения, потому что, собственно говоря, конечно, и сейды могли построить, и определенная группа общины саамской, а с другой стороны, когда наблюдая за движением, естественно, ледника, и когда сейд поставлен в определенное какое-то интересное положение, конечно, это тоже, так сказать, через эти поверья, естественно, и, собственно, таким образом и устанавливали сейды. Но интересное исследование было, в частности, на территории, где располагались сейды, ученым зафиксированы гудящие и щелкающие звуки. То есть сейд становится неким резонатором акустических колебаний. Вот это вот почему, собственно, я включил это сакральный объект не только как этнографический символ саамской традиции, но и то, что он влияет на некое звуковое воплощение. Вот таким образом. Но, да, извините, что я, наверное... Нет, ничего страшного, но просто у нас еще есть два докладчика. Да. Ну, таким образом, конечно, работа продолжается в терминологии саамской.
все-таки не совсем, конечно, слишком мало, наверное, терминов, которые, в смысле, слишком мало работы, связано именно с семантическим определением этого термина. Просто, ну, собственно, даже если я распределил эти термины по группам и показал их с помощью определенной индексации, их сочетание с разными сферами традиции, и звуковой, и интонационный, и этнографических, и чисто этнографических явлений, но, конечно, требует трактовки, изучения. Эти терминов и работа это будет продолжаться. Я думаю, что вот следующий шаг это будет, конечно, более углубленное изучение. Еще раз благодарю вас за внимание и прошу прощения, может быть, я, наверное, перебрал по времени. Спасибо. Вот. У нас музыковеды всегда очень редкие, но долгожданные гости. Мы рады, что вы участвуете в наших конференциях, хотя, может быть, не вся терминология нам понятна, но мы стараемся как-то уже приблизиться к вам. Вот, очень интересный доклад. Я вообще думала, что вы нам что-нибудь споете или на шаманском бубне поиграете. Может, вы нам видео выложите, мы его выложим вот на свой сайт. Я знаю, что Игорь Владимирович, он хороший музыкант, он не только изучает, да, и собирает, но он не только теоретик, но он исполнитель. Да, на самом деле, собственно, наша кафедра так и, собственно, и концепция нашей кафедры так, собственно, и... Так что если есть какое-то видео, вы нам пришлите, конечно, мы конечно. Его выставим у себя да. на сайте да. в качестве вашего да. вот продолжения. Вот, вашей... да, позвольте, вот здесь есть, вот, собственно, и моя монография, есть вот наш сборник, который вот в 2016 году была конференция, и вот буквально только вышел сборник, вот буквально в 2019 году недавно. Вот, хорошо, вам спасибо большое. Еще большое. Если, может, у кого-нибудь есть один маленький вопросик.